Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Как обычно, по понедельникам программа «Прямая линия». Программа, в которой у наших зрителей есть возможность стать ее непосредственными участниками. Звоните, интересуйтесь, пишите. Контакты указаны на ваших экранах. Сегодняшняя программа выйдет в непривычном формате. Отличительной чертой станет представленный отчет о проделанной работе. Программа предположительно продлится до 1,5 часа. Итак, гость прямой линии. Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Александр, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Да, добрый вечер. Вы готовы представить отчет о вашей депутатской деятельности за год, но для начала, Александр, о последнем заседании Народного собрания Гагаузии, вернее, о последних двух заседаниях. Важные вопросы вынесены, однако решений конкретных не принимается. Оба раза заседания срываются. На ваш взгляд, это преднамеренно или что? И как долго будут длиться вот эти конфронтации? Во-первых, спасибо вам за то, что откликнулись на мою просьбу представить отчет о проделанной работе как депутата избирательного округа номер 3 от нашего города, муниципия Камрад. Это у меня не премьера об общественном вещателе, у меня такой уже опыт был. И поэтому он мне показался очень интересным, очень интерактивным. И поэтому спасибо за возможность сегодня быть с вами. И конкретно вам спасибо, что вы в вечернее время подарили общению со мной. Значит, все ради наших зрителей. Да, спасибо большое. Значит, что касается заседания. Так получилось, что на последнем я отсутствовал, был в загранкомандировке и физически не присутствовал в стране. Но предыдущее, предпоследнее, да, оно было по накалу, наверное, примерно таким же. Что происходит? Ну, политическая ситуация, да, прошли выборы главы Гагаузии, кто-то стал главой Гагаузии, какие-то политические силы выиграли, какие-то политические силы, к сожалению, для них проиграли, поэтому есть, наверное, какая-то реваншистские какие-то настроения, да, есть, наверное, чувство досады. Ну и плюс, обычно после выборов таких масштабных всегда есть такие настроения, и всегда у оппозиции есть желание стать руководящей силой, а у руководящей силы есть желание не перейти в оппозицию. Да? И вот эта вечная борьба, она, в принципе, ничего плохого в этом нет, в том, что происходит политическая конкуренция. Но единственное, что это все должно происходить в рамках приличия, воспитания, отсутствия личной неприязни. Да? Нужно обмениваться, конечно, политическими претензиями, другие представлять модели развития, указывать на те недостатки, которые, безусловно, есть в Народном собрании и вообще у органов власти Гагаузии. Ну, единственное, уважать друг друга лично, человеческие достоинства, потому что каждый... Все это предполагает депутата, депутатской этики. Абсолютно. Ну, вы знаете, закон, депутатская простите. Этика – это написанный документ, да, но есть вещи, которые не писаны, которые нужно нам соблюдать с момента рождения и в процессе воспитания, тем более, что гагаузский народ, он такой патриархальный, и уважение к старшему, да, отсутствие выражения на «ты», ну, это всегда у нас воспитывалось и в детских садах, и в школе, и поэтому не нужно от этого отходить, не нужно каких-то новых веяний приносить в свою жизнь, потому что основа воспитания, вежливость, она никуда не ушла, и это должно нас объединять. Свою деятельность в качестве депутата, Александр, вы направили на социально-экономическое развитие Гагаузии и повышение качества населения, качества жизни населения. Какие проекты законов, это мы переходим уже непосредственно к отчету, какие проекты законов и программы были разработаны и внедрены? Насколько, на ваш взгляд, этот год был успешным и плодотворным? Ну, давайте так, если можно, вот у вас есть... Книжка моя, да, да, если можно, пост. Да, я пожалуйста. Возьму ее не для того, чтобы я помню, что там написано. Угу. Просто хотел вот своим избирателям напомнить, что когда электоральная кампания была предыдущая в 2021 году, то я вот с этим материалом выходил к людям на встречи и с определенными обещаниями. И, в принципе, у меня так был третий мандат уже, и так всегда происходит. Почему это важно? Потому что когда я был не депутатом, а был избирателем, да, меня всегда вызывал вопрос, вот почему люди, которые баллотируются, которые идут во власть, много обещают и потом не выполняют, и никто за это не несет никакой ответственности. И для меня было очень важно вот тот материал, с которым я иду людям, с теми обещаниями, которые я им транслирую,
чтобы когда я буду отчитываться, обязательно вот этот документ, программность, которым я шел к людям, обязательно отчитываться по нему. То есть не по каким-то иллюзорным вещам, что получилось, что не получилось, а именно документ, с которым ты пришел людям, которым ты достучался до людей, вот по нему нужно отчитываться. Потому что у нас есть в публичном управлении, в избирательном, да, у нас отсутствует норма о том, что когда человек становится кандидатом, он должен представлять свою предвыборную программу. У меня была такая инициатива, что помимо паспорта, помимо личных данных и так далее, когда ты представляешь в качестве кандидата, ты должен представлять предвыборную программу, чтобы ты был подотчетен людям и потом отчитывался именно по этим материалам. У нас этого не происходит, эту инициативу не поддержали. И получается, что у нас вот поэтому вот эти сказочные вещи, они были и продолжаются и по аэропортам, и по крупным холдингам там, и так далее, и так далее. И по завершению никто не несет ответственности, что ты обещал, но ничего в этом плане не сделал. Поэтому... Тем образом осуществляется подрыв доверия к властям. Абсолютно верно. Поэтому у людей есть элемент досады, элемент того, что все обещают и не делают, и жизнь ухудшается. Но очень важно здесь селектировать. Да? То есть каждый, кто обещал, вот на своем уровне он должен отчитываться. Понимаете, да? Поэтому... Мои обещания, которые изложены в этом документе, я по ним и отчитываюсь. И очень важно начинать с самокритики, то есть не с того, что у тебя получилось, а с того, что у тебя не получилось сделать. Потому что, как правило, отчеты наших выборных лиц начинаются и завершаются победными какими-то речами, но ничего не говорится о недостатках, об рисках, да, об угрозах, потому что это как-то имиджево на тебя влияет. И, возможно, мое вот такое поведение, как лица, которое избирается, оно и не особо популярно среди людей, и, возможно, поэтому на выборах, которые происходят в моем округе, не самая высокая явка избирателей, да? Потому что я стараюсь быть честен с избирателем, не обещать ему того, что я не сделаю, и то, чем депутат не должен заниматься. Ни дорогами, ни водопроводами, ни системами канализации, чтобы не путать нашего избирателя, кто чем занимается. Нужно четко знать, что примария, исполнительная власть занимается вопросами инфраструктуры, а депутат избирается для того, чтобы представлять орган на политическом уровне Гагаузии и быть законотворцем. И вот это очень важно, эту черту проводить. Да. Поэтому спасибо за вопрос по законотворчеству. Я уже опубликовал в своих социальных сетях отчет за первый год деятельности и указал людям, что за первый год деятельности мною в соавторстве с коллегами либо единолично было инициировано 19 законодательных инициатив, и часть из них еще находится в процессе рассмотрения, но уже 8 законодательных инициатив приняли форму принятых нормативных актов и вступили в силу. Я хочу сказать, что у нас есть вот элемент, когда коллеги немножко с недоверием относятся к тому, что кто-то персонализирует свое авторство, да, и я хочу сказать, что без этого невозможно продвигать законодательную инициативу, потому что без персонализации потом нет обратной связи между тем, кто инициировал инициативу, и теми, кто имеет замечания либо какие-то предложения. Поэтому у меня была практика, чтобы не писать фамилии и как бы делать общие инициативы, но потом есть сложность в том, что те, кто хотят высказать свое мнение, а кому их направлять, да, то есть если нету персоны. Поэтому здесь не нужно выпячивать авторов, что это вот те люди, которые инициировали, несут полную, да, результативность от того, что инициатива стала нормативным актом. Безусловно, любая законодательная инициатива, вне зависимости от того, кто является ее автором, это плод деятельности в целом Народного собрания Гагаузии. Это как принимается, когда бюджет, но... Да. Кто-то против, кто-то за, абсолютно и потом верно. Все шишки падают на весь законодательный орган. В целом, это орган. Достижение всего законодательного органа, либо достижение, либо недоработка, да. Поэтому я всегда говорил и считаю, что Народное собрание Гагаузии, вне зависимости от того, что мы 35 разных, да, вот коллег иногда абсолютно разных, то, в общем, мы все-таки коллектив, да, у нас одно общее лицо, да, может, с разными фрагментами, но лицо у нас одно. И когда кого-то из моих коллег критикуют, мне больно за них, или наоборот, если у кого-то что-то получилось, как бы разделяю эту радость за то, что у законодательного органа получилось. Поэтому вот то, с чего вы начали, да, как отношусь к этим двум заседаниям, ну, негативно, потому что мы как бы
оскорбляя или нанося вред друг другу, мы в целом теряем имидж Народного собрания Гагаузии в лице тех, кто нас туда избрал. Вот это самое обидное. И очень часто Народное собрание Гагаузии превращают в орган, который за все виноват. Вот, во всем он виноват. И вот патентообладатель, ну, если у нас еще будет время, мы поговорим на эту тему. А из тех нормативных актов, которые, ну, наверное, самые для меня знаковые, которым я прикоснулся, да, которым имею участие, это, во-первых, тот пакет законов, который был принят на уровне парламента Республики Молдова о том, что сейчас согласовываются проекты нормативных актов с Гагаузией. Мы с коллегами стояли у истоков этой законодательной инициативы. Вот впервые парламент принял политическую инициативу Народного собрания. На уровне Гагаузии важный нормативный акт, где мы работали в соавторстве со многими коллегами, это то, что поддерживаем учащихся на 1 сентября. И самое свежее – это нормативный акт, который принят по повышению прозрачности государственных закупок в Гагаузии, о том, чтобы все контракты стоимостью свыше 20 тысяч лев публиковались на официальных сайтах Исполнительного комитета Народного собрания Гагаузии, чтобы наши люди знали, на что мы тратим те деньги, которые они заплатили в виде налогов. Ну, есть, в принципе, в социальных сетях я расписал все нормативные акты, которые имеют принятие, либо они продвигаются. Ну, наверное, вот так, чтобы мы с вами время рационально... Вот относительно первого пункта, о котором вы говорили, Александр, по поводу признания молдавской стороной согласование с законодательным органом автономии относительно вопросов, касающихся Гагаузии. Уже сегодня можно говорить о каких-то результатах, что да, были приняты соответствующие проекты, какие-то нормативы, инициативы, и мнение Народного собрания Гагаузии было услышано и взято во внимание. Вот уже прошло больше полугода, получается. Вот с 1 января вступил да. в силу. Значит, речь идет только о проектах нормативных актов, которые имеют отношение к полномочиям Гагаузии. Гагаузии. По-моему, 3 нормативных акта уже парламент Республики Молдова направил в адрес Народного собрания, но коллеги, мы не отреагировали соответствующим заключением, потому что они не наносили какое-то ущемление тем правам и полномочиям, которые в Гагаузии есть. Но есть и обратная сторона медали, то есть этот механизм зеркальный. То, что разрабатывает Гагаузия, она может направлять в адрес правительства для получения соответствующего заключения, чтобы потом наши нормативные акты не рассматривались в судебных органах. И, например, самая свежая вот законодательная инициатива, который я готовил с коллегами о введении должности руководителя аппарата управления Народного собрания, законодательной инициативы в парламент, мы ее предварительно направили в правительство для того, чтобы получить от них обратный отзыв и чтобы ее сделать более качественной. Поэтому, несмотря на то, что мы в начале пути принятия этих законодательных актов, на самом деле перспектива очень большая и очень хорошая, потому что сейчас Гагаузия будет иметь прямое отношение к тому, что принимает парламент в отношении Гагаузии. Если мы будем вести себя пассивно и не представлять грамотно эти заключения, то у нас уже потом не будет оснований пенять на то, что страна приняла что-то не совсем эффективное по отношению к Гагаузии. И вот тут мы можем столкнуться с тем, что да, это хорошо, да, это безусловно будет нести в себе хорошие, позитивные задатки, но теперь вопрос может упереться в сам законодательный орган, который должен вынести окончательный ответ. Но здесь у нас большие проблемы с тем, что единого мнения нет. Как его добиваться придется? Смотрите, пожалуйста. Безусловно, у Народного собрания 30-дневный срок, который есть на дачу заключения. Угу. Само Народное собрание не сможет в полной мере качественно и профессионально подготовить отзыв Гагаузии на тот или иной нормативный акт, который иногда занимает десятки страниц. Поэтому Народное собрание, особенно такие объемные нормативные акты, касающиеся важных аспектов развития общества, оно будет их направлять в исполнительный комитет, как правительство Гагаузии, для того, чтобы они готовили профессиональное мнение, будь то по налоговому кодексу, да, будь то по финансовым каким-то изменениям. И вот тут очень важно то единение, о котором всегда говорят гагаузские власти, говорят, но не всегда делают. Если исполнительный комитет не будет вовлечен в эту деятельность, то, безусловно, мнение Гагаузии будет недостаточно качественным для того, чтобы оно влияло на дальнейшую судьбу законодательного акта. Поэтому здесь вот тут Гагаузии точно не на кого искать виноватых. Здесь должны засучить рукава, отбросить политику, которая не нужна в некоторых вопросах, и заниматься бюрократической деятельностью.
Работу депутата оценивают сами избиратели. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию, Александр, и вниманию наших зрителей, блиц-опрос о том, что думают о депутатской деятельности избирателей вашего округа. Хочу напомнить, что Александр Тарнавский представляет избирательный округ номер 3 в городе Камрадия. А сейчас внимание на экран. Знаете, я не обращалась, не было такой надобности. Но когда училась у меня внучка по квотам, она в России, и когда что-то надо было, должны вы из бюджета ей там чуть перечислять, бывает, задерживались, обращалась, в раз делал. Хороший человек. Как изменились условия у вас в районе за время его депутатства? Его депутатство? Да я бы сказала, он на своем месте. Если там другие мешают что-то, это не его вина уже. Нормально он микрорайон свой ухаживает, смотрит. Вроде нормально. Все. Что не этот, помогать чем может. Хоть отношения хорошие к людям, а то некоторые вообще не хотят. Хороший. Я ничего не могу против человека сказать. Хорошая его работа, между прочим. Он неплохо работает и себя ведет нормально. Очень хорошо, приятно. Всегда выслушает, всегда поможет. Я довольна, что он у нас депутат. Александр Тарнавский, он давно на политической арене. И я знаю этого человека, обращался не раз за определенной помощью. И наблюдая за его трудовой деятельностью, мне всегда импонирует в нем вот эта грамотность, сдержанность, прозорливость, как это говорят, дальновидность. Он всегда умеет как-то предвидеть, предчувствовать, просчитать, рассчитать. И я, наверное, хотел бы посоветовать многим депутатам быть похожим немножко на него. И пожелать ему, конечно, больших успехов в политической его деятельности и в карьерном росте политическом. Надеемся, что мы увидим его где-то когда-то на высоких постах, руководящих постах. Мнение высказали избиратели округа номер 3 города Камрад, округ, который представлен вам, Александр. Думаю, что вы сейчас выразите некое недовольство, потому как все говорят о вас в хорошем положительном ключе. А хотелось бы услышать какую-либо, то, что вы не сделали, то, что обещали и не сделали. Не получается. Вот хотели. Не встретили таких людей. Да. Спасибо, Екатерина, во-первых, вам за работу проделанную, людям за мнение. Но зная вашу порядочность, я имею в виду общественного вещателя, я уверен, что вы не стерли те, которые были не негативные отзывы, действительно объективно преподнесли ситуацию. Я хочу сказать о другом. Вы знаете, мы часто, кто представляет власть, хвалимся или говорим о наших достижениях, которые на самом деле большого не стоят. Вот если что-то сделано людям в части помощи, сделаны какие-то инфраструктурные проекты, но сделано это из бюджета, то тут никаких достижений того человека, который избрал народ, практически нет, потому что это конвертировано в пользу людей то, что они оплатили в бюджет в виде налогов. Поэтому люди некоторые говорили об оказании помощи. Вы знаете, что у каждого депутата есть резервный фонд согласно закону. То есть, например, у моего округа, согласно численности избирателей, примерно 90 тысяч леев в год. И поэтому люди, когда обращаются за помощью, пишут соответствующее заявление, им оказывается эта материальная помощь. Но тут моей заслуги никакой нет. То есть это бюджетные средства, которые запланированы. Единственная моя ответственность и порядочность должна быть в том, чтобы правильно оказать помощь тому, кто нуждается, и не оказать помощь тому, кто не нуждается. И поэтому, учитывая, что мы с вами сегодня говорим об отчетности, да, отчет по резервному фонду, куда тратят средства с моего резервного фонда, они опубликованы на сайте. Каждый человек может увидеть, какую сумму, кто получил, на какие цели. Это немножко даже не совсем законно, потому что, когда оказывается помощь, не надо писать личные данные людей. Но все-таки я посчитал, что важнее быть открытым в этом процессе, чем не писать фамилию, а писать только суммы. Тогда сама форма отчетности теряет свой смысл. Это первое. И второе. Важно говорить о достижениях, если они есть у людей, которых избрали. Когда ты что-то сделал за счет внебюджетных средств, да, то есть
то, что люди не платили в виде налогов. Будь то гранты, будь то привлеченные инвестиции, потому что это конкурс, это определенная работа, это определенный труд. Вот тут можно говорить еще о каком-то, да, о какой-то форме достижения, да, людям. Да? А то, что касается средств из бюджета, да, для этого люди выбрали тех, кто их представляет. В части депутатов мы не являемся распорядителями бюджета, кроме резервного фонда, да? Давайте поговорим о резервном фонде, Александр. Да, вы говорите, что это на сайте опубликовано, но есть люди, и вот вы видели на экранах, что это в основном люди, ну, солидного возраста, то есть может так и случиться, что не все сегодня еще владеют компьютерной техникой, и нет возможности у них видеть эти цифры, как они были распределены, эти 90 тысяч. В общих словах, на что они были направлены, и какие критерии вы отбирали? Вы это сам делаете или с кем-то? Спасибо. Значит, да, селекцию я провожу сам, потому что в соответствии с законом есть форма предоставления документов. И, конечно, если у человека есть документ от семейного врача, от лечащего врача, особенно документы, подтверждающие, что лечение прошло не просто бесплатно, да, есть большой спектр медицинских услуг, которые не покрываются полисом медицинского страхования. Если у человека есть степень утраты трудоспособности, да, так называемая инвалидность, как раньше это формировали, либо многодетная семья. То есть, конечно, основной спектр помощи – это материальная помощь, социальная помощь. Да? Ну и второй значительный сегмент – это помощь в каких-то инфраструктурных вещах. То есть, например, у нас есть программа в городе, по крайней мере, в нашем округе, совместно с примарией, это благоустройство многоквартирных домов. Когда выстилают тротуарную плитку, да, и работает форма, что часть средств вносят жители, часть предоставляет примария. И вот для того, чтобы жителям свою контрибуцию, ну, проще было вносить, как бы есть такое неписанное правило, что 5000 лев с резервного фонда депутата выделяется соответственно квартирному дому для того, чтобы они часть своей контрибуции могли внести к тому, что предоставляет примария. Поэтому вот это тоже как бы часть расходов, которые несутся с резервного фонда. Ну, вот, наверное, такие основные направления. Ну и на лечение людей, которые Социальная помощь, да, связана с операциями. Вот. Получается, что в вашем отчете вы представили фамилии этих людей. Я правильно понимаю, да? Да. А вот после публикации были какие-либо обращения к вам, что вот зачем вы написали? Нет, у меня не было таких замечаний. В противном случае я бы, конечно, исключил этот список. Наоборот, люди, ну, не то что позитивно, но когда открыта информация о публичных средствах, то и больше доверия к тому, что происходит с этими средствами. Надо признать, что вы один из тех депутатов, из немногих депутатов, которые представляют ежегодный отчет о своей работе. И при этом формат действительно может быть абсолютно разным. Сегодня вот он такой. Какие выводы для себя вы делаете после презентации этих отчетов, Александр? И, на ваш взгляд, это нужно избирателям? Во-первых, это предусматривает закон об отчетности депутатов. Во-вторых, обязательно должна быть обратная связь. Вот то, о чем я с вами говорила, Екатерина, что когда мы обещаем людям, потом нужно отвечать за то, что вы обещали, и что получилось, что не получилось. То есть должны быть открытыми с людьми. Да, это иногда сложно, это иногда, как я говорю, имиджевые потери может принести, но открытость – это основной элемент демократического общества, да, чтобы люди знали правду, а не только то, что они хотят услышать. Поэтому у меня часто в основном живые встречи, да, происходят с избирателями в годовом отчете. Что я хочу отметить? Что, в принципе, они немноголюдные, эти встречи. Чем вы это объясняете? Я не хочу как бы в упрек людям, да, потому что, еще раз повторяюсь, люди настолько закомплексованы вот этими обещаниями, различными политическими движениями, различными политическими уловками, да, что и пенсию повысят, и то сделают, и вот это сделают. И когда ты перед кем-то отчитываешься, люди же не до конца знают грань, а за что ответственен ты, за что ответственны другие органы власти. И поэтому у людей есть общий эффект от усталости, да, от тех, кого они избирали. Поэтому я понимаю объективность того, что людей приходит немного.
И поэтому и как бы вот несколько лет как начал через социальные сети, да, потому что молодежь вообще почти не ходит на встречи. То есть у них вообще какая-то виртуальная жизнь. То есть через Facebook, через Instagram с ними легче общаться. Пожилым людям, конечно, больше приятно вот такое живое общение. Но когда я вот проводил предвыборную кампанию и баллотировался, и встречался на улицах с людьми, то вот прям почувствовал огромный дефицит общения у людей с теми, кто определяет вообще их жизнь на публичном уровне. Башкан, то есть вообще не было встреч, не было вот такого живого общения с главой Гагаузии. Очень много людей высказывали того, что хотят встречаться с примаром, с советниками. Вот, потому что то, что беспокоит каждого человека, тротуар, дорога, водопровод, да, вот, вот те люди, которые имеют отношение к решению этих вопросов, вот хочется с ними больше встреч. Потому что, увидев депутата, представителя власти, да, кандидата, они как бы все вопросы адресуют ему. И поэтому, ну, немножко, конечно, неприятно, когда ты говоришь человеку, вы извините, это как бы не моя компетенция. Потому что из 10 вопросов, ты когда говоришь 9 не в твоей компетенции, то у человека возникает вопрос, а зачем ты тогда пришел, да, в чем твоя ответственность. Поэтому есть вот такой элемент, но в то же время и нельзя вот эти отчеты прерывать, потому что даже несмотря, если есть какой-то осадок из-за того, что ты пришел, и например, не все, как бы, то, что ты должен, тебе было тебе адресовано, все-таки это обязательно нужно делать. Я вот всех прошу, кто имеет отношение к власти, особенно к исполнительной власти, к тем людям, которые распределяют бюджетные средства, да, являются их распорядителями, чаще встречайтесь с людьми, потому что люди формируют то, что вы распределяете. А, да, вы действительно правы в том, что это предусматривает закон, и это закон о регламенте Гагаузии, да, в котором написано, что депутат Народного собрания поддерживает постоянную связь с избирателями округа, по которому он баллотировался, для чего он, как правило, открывает в своем избирательном округе общественную приемную. Ну, вам, наверное, не стоит ее открывать, потому как вам нужно прийти непосредственно в кабинет. Да, у меня есть рабочий кабинет. Вот. Но третий пункт из этой же статьи говорит о том, что общий порядок работы депутатов с избирателями, процедура обращения депутата в органы госвласти и органы местного публичного управления при работе с избирателями определяются законом о статусе депутата Народного собрания Гагаузии. И, безусловно, что депутат Народного собрания Гагаузии проводит встречи с избирателями и периодически отчитывается перед ними, информирует их о своей деятельности через средства массовой информации. Еще раз скажу, что вы один из немногих, кто этим пользуется. Получается, Александр, некоторые ваши коллеги все-таки нарушают закон? Ну, смотрите, у меня есть одно важное правило. Я стараюсь не критиковать других, а если у меня есть что-то сказать им, то я прошу, чтобы они присутствовали лично или были в студии. Но в отношении своих коллег, я не знаю, возможно, у каждого есть своя форма обратной связи с избирателями, и не могу я говорить за коллег. И у нас часто вот в Народном собрании, в обществе считают, что вот руководство Народного собрания, оно должно как-то влиять на депутатов Народного собрания. Я хочу сказать, что представительный орган – это не простой коллектив или организация в обычном понимании, да, когда есть иерархия. То есть кто-то может на кого-то влиять, может кто-то кем-то руководить. Депутаты, 35 депутатов, каждый абсолютно автономная должность, потому что этого человека избрал народ. Да, там есть председатель, есть заместители председателя, есть председатели постоянных комиссий, но они имеют только функции административные. Помочь собрать комиссию, помочь собрать президиум, подготовить проекты нормативных актов, материалы раздать. Но никто не может никому указывать, никого не может наказывать и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, как мои коллеги строят взаимоотношения с избирателями. У каждого своя форма общения. Главное, чтобы избирателя устраивала та форма общения, которая есть между тем ими и тем, кого они избирают. Это верно. У каждого депутата может быть свой метод общения с избирателями, но в законе регламентировано, что информирует он о своей деятельности через СМИ, через средства массовой информации. Ну, уж сколько лет здесь мы работаем, сотрудничаем, не все депутаты этим пользуются. То бишь, не все депутаты исполняют собственный же закон.
Ну, будем верить в то, что все-таки настанут те времена, когда депутаты будут исполнять законы, которые сами же пишут, сами же творят. По поводу контроля вот этой контроля резервного фонда, да, получается, вы сами определяете критерии, и, как вы сказали, каждый депутат – это автономная должность. Да. Получается, что ни перед кем в ответ не держит депутат распределение этих финансовых средств? Да, форма отчетности каждого депутата по резервному фонду, она не предусмотрена законом, но законом предусмотрено, что Народное собрание ежеквартально утверждает своим постановлением отчет о расходовании резервного фонда. Это мы делаем, но это обобщенный резервный фонд, то есть в целом, как общий резервный фонд Народного собрания в сумме более 2 миллионов леев распределяется на какие направления, но там нету персонализации или конкретики в разрезе каждого депутата. В своей предвыборной программе вы заявили о продолжении работы по укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений. Uh-huh. Это, что называется, из области вашей проектной деятельности. Uh-huh. Предлагаю сейчас послушать мнение самих руководителей детских садов о сотрудничестве с депутатом Народного собрания Гагаузии. Внимание на экран. Благодаря сотрудничеству с Александром Григорьевичем улучшились условия пребывания наших воспитанников в детском саду. Это и заменена кровля, утепление фасада, также получена мебель и некоторое оборудование на площадке. Также Александр Григорьевич неравнодушен к проблемам сотрудников детского сада. Он организует встречи с ними, нами, сотрудниками, на которых выслушивает их, узнает о их проблемах, предлагает пути их решения. Также мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Александром Григорьевичем в реализации запланированных проектов. Наши отношения со всеми властями нашего учреждения, с нашим учреждением складываются очень хорошо. Любые проекты, любые начинания, любые вопросы, которые мы поднимаем, и необходимо их решение совместное, мы находим общий язык и все их решаем. Конечно, если говоря конкретно о Александре Григорьевиче Тарнавском, хочется отметить, что мы давно сотрудничаем. Александр Григорьевич является и родителем нашего детского сада. И, в общем-то, всесторонне он каким-то образом влияет на, так или иначе, влияет на развитие, на улучшение материальной базы, да и образовательной, потому что мы всегда, на какие мероприятия бы его ни приглашали, он нам не отказывает, он всегда в центре событий, он всегда активный родитель и как депутат в том числе. Мы благодарны ему за то, что в нашем саду в 2020 году при его содействии был осуществлен, наверное, самый необходимый, один из самых важных необходимых проектов. Это утепление детского сада, фасада детского сада, потому как детский сад наш блочный, он холодный, и сложно было удержать нужную температуру в помещениях, и несколько лет пришлось над этим проектом работать, но Александр Григорьевич нашел возможность. С японцами мы этот проект реализовывали при поддержке очень большой примарии и исполкома. Но, конечно, для меня, как руководителя, координатором этого всего был Александр Григорьевич, потому что все вопросы, которые мне были неясны, непонятны, где-то были, может быть, какие-то проблемы, потому что денег много, проблема большая, и людей много было привлечено в этот проект. И где что было, мне непонятно, как менеджеру, я, конечно, обращалась к нему, и все вопросы, спасибо ему огромное, он помогал во всех вопросах разобраться. Что касается на сегодняшний день, мы с Александром Григорьевичем в этом году подготовили два проекта. Один в немецкое посольство по улучшению нашего состояния детского сада
на улице, потому как еще не обновлены наши оборудования уличные, инвентарь игровой для детей. И, в общем-то, навесы не, они у нас хорошие, но по нынешним стандартам требуют изменения некоторых, скажем, кровли и пола. И мы написали этот проект, ждем результаты от немецкого посольства. И самый большой и самый важный для нас сейчас в перспективе проект – это строительство спортзала. Много лет уже у нас написан проект, подготовлена проектно-сметная документация вся. И мы ищем возможности. Сейчас мы на прошлой неделе с Александром Григорьевичем посетили ТИКу турецкую. Турецкое посольство ТИКа, и нас очень тепло там встретили, отозвались на наши, скажем так, ну, желанием это нельзя, на нашу проблему, на наш, потому что это проблема, у нас 319 детей, у нас нет спортзала, а сегодня здоровое поколение – это приоритетное направление. И имеем еще одну встречу в сентябре, уже такую более конкретную, для того, чтобы понимать, когда, какие сроки, где, в какое время начнется и каким образом мы осуществим этот проект. Очень тесное у нас сотрудничество с Александром Григорьевичем. И, как вы сказали, у нас наше учреждение относится к третьему избирательному округу. Депутатом Народного собрания является Тарнавский Александр Григорьевич. Он регулярно встречается со своими избирателями, часто приходит к нам в гости и всегда внимательно относится к просьбам и нуждам избирателей. Как руководитель данного учреждения, я часто обращаюсь к Александру Григорьевичу за советом, за рекомендациями для участия в каких-то проектах, грантах. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, на участие в каких-то глобальных проектах, потому что нам, конечно, очень много что нужно. Нам, у нас есть проблема в том, что нет спортивного зала, и мы бы хотели иметь отдельный спортивный зал. Искренне желаю Александру Григорьевичу реализации всех его замыслов и проектов. Вот такие мнения высказали руководители детских садов номер 4, 5, 6. 6. Эти детские учреждения расположены на территории округа, который вы представляете в Народном собрании. Александр, мы о детских садах, безусловно, поговорим после того, как примем телефонный звонок. У нас сейчас на прямой линии есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Алло. Добрый вечер. Представьтесь, будьте добры. Я вас очень плохо слышу. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Плохо слышу. Вы меня хорошо слышите? Да, мы вас слышим хорошо. Ну, самое главное, я хочу обратиться к Александру Григорьевичу, к нашему депутату. Я его избирательница. И хочу сказать, не только я, все его избиратели, которые отдали свои голоса за него, гордиться им. Мы следим, как он ведет себя на заседание Народного собрания. У него прямо на лбу написано «интеллигент». Он очень ставит нужные вопросы для Гагаузии. Он очень много делает для Гагаузии. Особенно он уделяет большое внимание детям и старикам. Низкий ему поклон за это. Чтобы он знал, что мы его поддерживаем, мы его глубоко уважаем за его такое отношение к, не только к избирателям своим, а вообще к Гагаузию. Александр Григорьевич, будьте здоровы, здоровья вашей семьи, вашим деткам, и помните, что мы всегда с вами рядом. Вот такое напутствие от Марии Ивановны Кузнецовой из Камрата. Мои коллеги передали, что именно она позвонила к нам сейчас в студию прямого эфира. Что есть что сказать людям, да, солидного возраста? Спасибо. Я узнал, конечно, Марию Ивановну. Это заслуженный житель Гагаузии, очень почетный человек. И очень приятно слышать от человека
она находится в таком красивом возрасте. Да. За 90 лет. Скажем, 80 плюс. Да, поэтому дай Бог ей здоровья, спасибо за добрые слова. Но возвращаясь к детским садам, вы знаете, когда в 2012 году я впервые стал депутатом Народного собрания, у меня главным, не то что обещанием, даже внутренним каким-то обещанием людям было то, что бюджетные учреждения, расположенные в моем округе, они должны стать немножко другими. Потому что почему-то у нас такая и была тенденция, что у нас вот казенные, да, эти публичные учреждения, но они не самые красивые, так если мягко скажем. И вот у меня было желание все свои знания направить на то, чтобы наши публичные учреждения стали эстетичными, чтобы они были такими же красивыми, как некоторые домовладения наших горожан, ухоженными, потому что они это заслуживают. У меня, я пришел в Народное собрание с примарией, то есть у меня было два мандата заместителя примара, и мы там, у нас была тогда группа единомышленников примарии, мы создавали совместные рабочие группы по написанию проектов, потому что мы поняли в 2010 году, что без небюджетных средств мы ничего не сделаем в нашем городе. Поэтому, может быть, у моих некоторых коллег нет такой возможности, потому что у них нет опыта такого, да и это и не функция депутатов писать проектные предложения. Но у меня просто был этот опыт, и самое главное, у меня есть друзья-единомышленники, мы не получаем за это заработную плату, сразу об этом скажу, мы пишем это от души, вот эти вещи. Первые мои помощники – это Антонина Ивановна Волкова, общественная организация «Веста», и Игорь Слайкович Гусейнов, ну, наверное, известный человек в Камрате, он был начальником управления финансов. Мы вместе с ним начинали в примарии, поэтому вот мы синергируем то, что мы умеем, пишем эти проектные предложения, конечно, с помощью коллег с примарии, с помощью руководителя учреждения. И вот поэтому все детские садики, вот, ну, три, которых мы сейчас озвучили, ну, единственная поправочка там не Елена, а Ольга Дмитриевна, заведующая шестого садика. А проект, который она озвучила, благодаря польскому донору, фонд солидаритати, очень красивый проект по утеплению, по ремонту кровли, детский сад номер 6, который расположен в ДСУ, ну, был не самым эстетичным, повторюсь, но сейчас это одно из самых красивых учреждений, которое я знаю в Гагаузии. И я благодарю донора, который откликнулся на нашу заявку. Мы тогда очень сложный конкурс прошли и выиграли. Детский сад номер 5. Ну, Елена Федоровна за меня практически передачу провела. И спасибо ей огромное. Вот этот крупнейший проект японский, Косанона. Очень, да, кстати, недавно об этом стало известно. Посол Японии недавно посетил нас, этот детский сад. Я как раз был в командировке, к сожалению, не мог присутствовать вместе с примаром. 6 проектов из 100 по республике только было отобрано, и вот 5-й садик стал счастливым победителем. И сейчас мне Вадим Семенович Барбанягра, директор теплосетей, говорит, что на 50% упало количество теплоэнергии, которое необходимо для того, чтобы отопить этот детский сад. Ну, надо напомнить, очень что много там экономится. Была проведена, да, заменена система... И термоизоляция, да, и самое главное, кто посещать детский сад номер 5. Там еще в японском стиле аниме расписали этот детский сад, разрисовали. Но он, на самом деле, очень красив, симпатичен, этот детский сад. Еще утром приходишь, они включают музыку такую детскую. Ну, действительно, такой маленький райский уголок для деток. Что касается 4-го садика Атилия Петровна, тут буду искренен, никакого отношения не имею к этим красивым картинкам. Там GZ, немецкий фонд, и примария из бюджета свои средства направила. То есть там нету моей роли. Ну, мне приятно, что человек сказал некоторые добрые слова, но у меня не получилось пока проект привлечь для этого детского садика. Вот примерно вот такая картина по дошкольным учреждениям. Ну, а какие критерии отбора учреждений предусмотрены, когда вы реализуете тот или иной проект? Ну, смотрите, конечно, для меня, как депутата от округа номер 3... Кстати, госпожа Атилия сказала, что в их детскому саду много еще что нужно. Да. Первично мне, конечно, помочь тем учреждениям, которые являются расположены на моем округе, но примерно 2 года назад я немножко фокус изменил, потому что есть учреждения, которые не расположены в моем округе, да, но эти учреждения имеют общегородское, иногда даже общерайонное значение. Это, например, больница, да. То есть она географически не расположена в округе, но мы-то, избиратели, являются пользователями услуг больницы. Поэтому, конечно, если есть возможность помочь учреждению, которое не с моего округа, я с удовольствием это делаю. Более того, мы помогаем и другим населенным пунктам, если у них есть какие-то вопросы по написанию проектных предложений. Они приходят, советуются, мы их консультируем, чем можем, помогаем. То есть критериев
в принципе, никаких нет. Главное, чтобы это была заявка социальная. То есть я не занимаюсь своими друзьями проектами, которые являются коммерческими. Там, где есть элемент прибыли, то есть элемент хозрасчетной деятельности, мы этими проектами не занимаемся. Мы занимаемся только социальной инфраструктурой. Больницы, детские сады, лицеи, то есть все, что касается социальной сферы. Есть такое мнение относительно работы детского сада номер 6, и это мнение родительницы. Родительница является моей коллегой, поэтому я обязательно должна зачитать это сообщение. Детский сад номер 6 стал действительно детским. Само здание, двор создают ощущение того, что здесь живет детство. Есть добро и дружественная атмосфера. Спасибо вам, Александр Григорьевич и Ольге Дмитриевне. Изменились и условия в группах, конечно. Вот такое вот сообщение. Спасибо. Я по детскому саду номер 6 должен для честности сказать еще один момент. Так получилось, что детский сад номер 6 расположен в микрорайоне ДСУ. Там центральный вход, он очень благоустроенный, и дорога городская, она очень благоустроена в плитке. Но так получилось, что этот детский сад в основном родители приводят деток, воспитанников, не через главный вход, а через второстепенный. И вот к тому второстепенному входу очень плохая щебеночная дорога. И мы были с примаром на встрече с людьми, чтобы они нас пригласили, чтобы сделать. И мне очень неудобно и стыдно, что эта встреча прошла уже больше полутора лет назад, и до сих пор дорога не сделана. Я вот Сергей Ильич, он так получилось, что вместе были в командировке, попросил и напомнил о том, что необходимо эту дорогу сделать, потому что ее невозможно сделать за счет привлеченных грантов или внебюджетных источников. Ее можно сделать только за счет бюджетных средств. Поэтому, если можно, вот я прошу примарию обратить на это внимание, потому что там сотни родителей приводят своих деток. Я хочу обратить ваше внимание, Александр, на то, что руководители учреждений детских говорили о том, что им нужен спортзал в детских садах. Как вы смотрите на то, чтобы или уже разработаны проекты, как в пятом детском саду уже есть проект, но пока... Спасибо за вопрос. Очень важный момент. Дело в том, что у нас дошкольные учреждения построены... практически все в советское время. Типовые такие. Типовые, да. И тогда, в то время, так получалось, что базовые проекты, они не включали спортивных комплексов. Да. И, в принципе, наши дошкольные учреждения лишены этой радости, да. А учитывая, что у нас сейчас век такого быстрого развития детей, быстрого роста и, к сожалению, сопутствующих различных недомоганий в связи с этим, в том числе связанных с позвоночником, да, поэтому очень важно, чтобы дети с маленького возраста имели возможность заниматься вот этой лечебной физкультурой. И поэтому мы сейчас помогаем пятому садику привлечь проект, это самый крупный детский сад в Гагаузии, привлечь проект от Турецкой Республики на строительство спортивного зала. Что важно для руководителей? Мы не можем помогать тем учреждениям, у которых нет проектно-технической документации. То есть пока нет проектно-технического пакета документов, да. Мы не можем подавать заявку донору, потому что от проектно-технической документации зависит стоимость, да, бюджет проекта. От проектно-технической документации зависит, а вообще можно ли это строительство там осуществлять. Поэтому я вот Атилия Петровна сказала, что нуждается в этом. Очень важно, чтобы она попросила примарию заказать техническую документацию для того, чтобы участвовать в донорских проектах. Вот пятый садик это сделал, и есть что продвигать, да, то есть есть техническая документация. Это, да, потом уже турецкая сторона переводит на турецкий язык, то есть там много еще сопутствующих шагов. Мы в конце концов должны выиграть еще этот проект. Но если нет технической документации, то просто дверь вообще нельзя постучаться, не то что ее открыть. Поэтому очень важно иметь технические документы нашим публичным учреждениям. В избирательном округе номер 3 расположен также и теоретический лицей имени Николая Третьякова. На Медне стало известно, что это учебное заведение выиграло проект по оснащению компьютерного класса. И это далеко не единственный проект в этом заведении. Что сейчас можно увидеть в лицее? Давайте посмотрим. Видите, и красивые здание учебного заведения и различные спортивные площадки, которые были обустроены, построены в рамках определенных проектов. Благодаря Тарнавскому Александру Григорьевичу данные проекты были написаны, выиграны и реализованы.
Что касается непосредственного этого учебного года, этого года, скажем так, мы также с Александром Григорьевичем писали несколько проектов и ждем результаты данных проектов. Также на заседании Народного собрания нам были выделены денежные средства на замену и облагораживание нашего двора. То есть есть определенные работы, которые мы совместно с ним в тесном сотрудничестве реализуем. Помимо этого, что касается таких текущих вопросов, с каждым моим обращением я всегда получаю положительный результат. Вот такое мнение руководителя учебного заведения, лица имени Третьякова в Камрате. И оно тоже не было, добыто, что называется, под давлением, Александр, потому как человек говорил искренне о том, что чувствует, о том, что видит и о том, что осязает, безусловно. И это видно из того, что есть, какие проекты реализуются на территории лицея имени Третьякова. И к этому также вы имеете непосредственное отношение. Это также ваш приоритет? Уже да, ученики? Уже... Спасибо за мнение, Полина Сергеевна. Я хочу сказать, что за последние 10 лет теоретический лицей имени Третьякова сделал огромный шаг вперед в плане развития инфраструктуры. И есть архивные фотографии, архивные данные, они еще есть в интернете, как эта школа выглядела относительно недавно. Но сейчас, может быть, не скромно, но это, наверное, одна из самых красивых школ не только нашего города. И самое главное, что впервые в этом году, в этом учебном году, лицей имени Третьякова, бывшая 5-я школа, стала самым крупным учебным заведением нашего города. Более 750 учащихся. Впервые школа стала посещать количество детей больше всех, чем другие учебные заведения в Камрате. Это говорит о том, что о той большой работе, которую проводит коллектив, прежде всего, в учебной части. И, конечно, для родителей, которые сейчас имеют право выбора учебного заведения, для них уже важно и учебный процесс, и условия, в которых будут находиться их дети. Поэтому лицей стал одним из лидеров среди публичных учреждений по привлечению внебюджетных средств. Я подчеркиваю это. Польша, Германия, Эстония, Швеция – это лишь небольшой перечень стран-доноров, которые участвовали в реализации проектов в этом лицее. И низкая благодарность коллективу, который первый в Камрате начал реализовывать наш местный закон о питании старшеклассников. Если помните местный закон, над которым мы работали со своими коллегами, я напомню имена этих людей – Железогов Михаил Николаевич, Елена Федоровна Карамит, Екатерина Федоровна Жекова, которые впервые предложили вот эту инновацию. Ну, конечно, и спасибо всем моим коллегам 5-го СОЗОВа, которые ее поддержали и в такой сложной конфронтации с исполнительным комитетом ее продвигали. Так вот, 5-я школа первой школой в Камрате начала кормить учащихся. И это школа, которая расположена в достаточно неблагонадежном районе, поэтому для детей... Вы имеете в виду, что рядом располагается трасса национального значения? Я не это имею в виду, а то, что родители не самые благополучные с точки зрения финансовой. И поэтому детки, для них действительно важно получение этого питания, и там нет вот этих стереотипов, которые говорили, что дети не будут кушать, им это не нужно. Сейчас дети такие все разбалованы, они только кушают то, что продается в магазинах. Блестящая кухня, прекрасные условия, и дети с удовольствием питаются. Так вот, эта школа около 10 миллионов леев в совокупности привлекла внебюджетных средств. И сегодня это теплое, красивое, эстетичное учреждение, которое вот буквально позавчера, по-моему, 7 июля были подведены итоги последнего конкурса класса Витору и класс будущего. Прошел наш лицей, выиграл этот конкурс. И будет оборудован один кабинет для современных цифровых технологий, для того, чтобы дети могли прикоснуться к графическому дизайну, к 3D-моделированию, то есть чтобы наши дети со школьной сети были приобщены к IT-технологиям, потому что мы все видим, что за этим будущее. И очень хочется, чтобы наши детки и с лицея Третьякова, и с других учебных заведений приобщались к этому современному, для того, чтобы они были востребованы на рынке труда в современном мире. Но касательно других учебных заведений, Александр, вы оказали содействие в создании специальных условий для особенных деток в гимназии номер 2.
Есть ли в планах у вас продолжить эту работу и помочь лицеям, гимназиям улучшить условия для этих детей? И в ресурсных центрах, кстати, тоже, которые есть во многих населенных пунктах сегодня. Да, к сожалению, вот мы с вами говорили про детские сады, про недуги, да, которые детки, сколиоз, это 21 века болезнь у наших деток, сожалению. И поэтому очень важны спортивные залы. Что касается детей более старшего поколения, аутизм, к сожалению, широко диагностируется. И поэтому что хотя бы элементарно нужно этим детям создать? Санитарные условия. То есть у нас даже во многих учебных заведениях не оборудованы были внутренние санузлы. И вот тут я благодарю опять же своих коллег, когда мы в 2019 году разработали программу на трехлетний период по созданию условий внутренних туалетов в наших школах. И вот в 2022 году наконец-то практически эта проблема решена, и в каждом школьном учреждении есть внутренний санузел. И поэтому вот вторая школа, те центры, которые являются ресурсными, вот наша поддержка была направлена на то, чтобы ну, хотя бы санитарные условия, потому что ребенок, который испытывает определенные сложности со своим здоровьем, особенно если это с движением связано, да, он просто не идет в школу, потому что ему стыдно, потому что не может даже предоставить санитарные условия. Поэтому очень важно нам всем, политики, высокие какие-то материи, это тоже нужно, никуда от этого не деться. Бытовые вещи, то, что нужно этим людям, которые оказались в такой сложной ситуации, мы обязаны все объединяться, и чем владеем какими-то ресурсами, в том числе интеллектуальными, направлять на решение этих проблем. То есть я правильно понимаю, работа будет продолжена в этом направлении? У нас есть вопрос на электронной почте. Кстати, хочу отметить для наших зрителей, что мы работаем в прямом эфире. Координаты указаны на ваших экранах. Звоните, пишите. С удовольствием сегодня об этом поговорим, о теме ваших вопросов. Ну а вопрос следующий такого рода. Александр Григорьевич, вы ознакомились с отчетом исполкома об исполнении бюджета за 2022 год? Он передан Народному собранию Гагаузии. Так сказал Иван Калиогло. И еще, устроили ли вас промежуточные показатели исполнения бюджета за 2023 год? Вы один из тех, кто аргументированно критиковал этот финансовый документ и называли его нереалистичным. В эфире ГРТ Калиогло говорил о том, что показатели более чем успешны за первые полгода. Человек следит за эфиром, человек следит, да. Очень внимательные слушатели, телезрители. Спасибо за действительно глубокий вопрос. Вы знаете, может быть, иногда возникает ощущение у людей, которые смотрят за нашей деятельностью, за заседанием Народного собрания, что мы создаем какую-то конфронтацию с исполнительным комитетом Гагаузии. И я хочу сказать, что во многом это иллюзия, потому что на то и есть законодательная и исполнительная власть, которая является автономными по отношению друг к другу, чтобы они создавали баланс и не позволяли одной власти превалировать над другой. Я хочу привести один пример. Вот у нас глава Гагаузии, Ирина Федоровна, у которой заканчивается мандат, 8 лет, 8 бюджетных периодов было. Из 8 бюджетных периодов 6 не были исполнены годовые плановые показатели по исполнению доходной части центрального бюджета Гагаузии. То есть всего лишь 2. Это последние 6 или первые 6? Или в какие-то разрывы были? То есть 2 удачных года, когда бюджет был исполнен, это первый мандат Ирины Федоровны. Последний, то есть второй мандат, ни один бюджетный период не был исполнен. Вы помните, что мы и голосовали, и вето преодолевали, и через суды проходили. Почему это происходило? Потому что были аргументы в том, что исполнительная власть заигрывается в бюджетный процесс. И это очень опасно, потому что когда не исполняются плановые показатели, значит не исполняются и расходные какие-то обязательства. И что-то люди недополучают. Я приводил несколько раз пример, что в годы расцвета пандемии, в самые сложные периоды, у нас система здравоохранения была недофинансирована на 50%. То есть из того, что мы утвердили, Народное собрание, было профинансировано лишь половинка, а в один год всего лишь треть. Это о чем говорит? Мы не создали из-за этого условий тем людям, которые получали услуги в этот сложный период. Поэтому, чтобы у зрителей наших, у слушателей не возникало ощущения, что мы спорим ради спора. Да? И, может быть, я лично уважаю Ивана Николаевича, сейчас не буду говорить про его личную персоналию. Я не смотрел эту передачу, но некоторые аспекты я видел, что были опубликованы.
Значит, у нас исполнительная власть, чем запомнилась за эти 8 лет, отсутствие самокритичности. То есть все хорошо, мы везде первые, все идет очень хорошо. Теперь касаясь бюджетного процесса. Озвучивалось, что 80 миллионов на остатках передаются новой власти. Так это и хорошо, что так произошло, они передаются бюджет с долгами. Может быть, и депутаты Народного собрания, которые столько лет спорили о том, что бюджет должен исполняться эффективно и планироваться эффективно, может, это и доля их заслуги в том, что вот эти конфликтные ситуации, в хорошем смысле слова, были, и бюджет, мы не допустили вот этого бюджетного кризиса. Это первое. Второе, что касается такого красивой цифры, 80 миллионов передаются. Да? Ну, во-первых, еще не исполнена программа по ремонту кровель, она больше, чем на 45 миллионов. Не реализована программа по капитальным вложениям. Это еще больше. То есть 20. Вы знакомы с этими цифрами, да? 80 миллионов? Я фрагментарно в средствах массовой информации читал. То есть давайте вместе, да, Екатерина? 45 миллионов крыши, да, 20 миллионов кап вложения. Угу, да, и больше 20, около 25 миллионов выплата на 1 сентября. Угу. 70, 90. То есть мы уже перешли за 80 миллионов лей. То есть первое полугодие, оно более богатое на поступления, учитывая специфику центрального бюджета Гагаузии, потому что до 25 марта платится основная сумма налога на прибыль. Да? Все сдают декларацию, поэтому в первом полугодии поступает основная сумма. Но если глубже входить в аналитику, да, то там приведена цифра, что мы идем с опережением по плану поступления доходов. Первое. Первое полугодие, оно и всегда идет с опережением, потому что, я сказал, налог на прибыль, главный доход центрального бюджета, он поступает в первом квартале. Это первое. Второе, вы где-то видели опубликованное исполнение бюджета Гагаузии за 6 месяцев? Или за 5, или за 4? Я думаю, вы не видели. Раз я не видел, думаю, вы не видели, потому что я как бы просто профессионально слежу за этими вещами. Нету открытости в бюджетном процессе. Вот в интервью сказали, а опубликовать, чтобы специалисты могли пощупать эти цифры, нет. Но у меня есть данные за 5 месяцев от Министерства финансов Республики Молдова. Да, вот парадокс. От Министерства финансов имеют данные, а от Гагаузии не имеют данные. Но об этом мы говорили во время нашего прямого эфира на радио, тогда вместе с господином Калиоглой и вы были, да? И говорили о том, что у вас данные с Кишинева, а данные отсюда не представлены. То есть нет прозрачности, нет открытости. И просто человек задал такой глубокий вопрос, да. Поэтому я, может быть, немножко углубляюсь. Так вот, я просто один пример приведу. За 5 месяцев по налогу на прибыль Гагаузия идет с опережением по прошлому году плюс 32%. Но в бюджете заложен рост более чем на 40%. То есть по факту у нас тренд хороший, что поступления растут, но на самом деле мы опять отстаем от того графика, который заложен в бюджете. И чем это обернется к концу года, очень важно, как мы, депутаты Народного собрания, будем и дальше контролировать бюджетный процесс, потому что одна из главных функций депутатов не только писать или творить нормативные акты, но и контролировать их исполнение. Мы продолжим этот разговор, Александр, а сейчас у нас есть телефонный звонок. Давайте выслушаем вопрос нашего собеседника. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Алло. Алло, мы вас слушаем, говорите. Алло, алло. Представьтесь, будьте добры, откуда звоните? Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Откуда вы звоните? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я звоню с Камрата. Малой Олег Александрович, пресс-служба. Пожалуйста, ваш вопрос в чем заключается? У меня несколько вопросов. Вернее, два вопроса к Тарнавскому. Это уважаемый человек. Продолжайте. Я бы хотел задать пару вопросов. Ну, первый вопрос о том, что, наверное, так как он занимается детскими садиками, мы вас слушаем, говорите, не отвлекайтесь. Наверное, нужно будет и для нашего народного собрания
тоже какую-то группу открыть по воспитанию их. Это предложение. Дело в том, что раньше, после войны, после голодовки, были ликбезные школы. Ну, я извиняюсь, конечно, может, я грубо говорю. Пожалуйста, говорите, не отвлекайтесь, не задерживайте эфир. Дело в том, что так вести себя просто невозможно. Там есть много депутатов, которые... Так, там много депутатов, которые культурно себя ведут. Может быть, как-то они объединятся и научат, ну, те, которые, ну, действительно стыдно, превратили автономное территориальное образование в общество заготовителей. Это ваш первый вопрос. Второй какой? Это раз. Во-вторых, мне бы хотелось сказать насчет вот этой площадки, которая находится по улице Ленина. Детская площадка, она находится на трассе. У нас шумахеры ездят, гоняют. Там не ограждена напротив девятиэтажки. Она не ограждена, эта детская площадка не ограждена даже забором. Там должно быть минимум 100 метров до трассы. 100. Маленькие дети выбегают. Мать не может с двумя-тремя детьми уследить за самым маленьким. Вообще эту площадку нужно перевести во двор, чтобы родители могли наблюдать за своими детьми, а не сидеть там на трассе. Пусть оставят эти качки, вот эти, что есть для взрослых. Да, пусть они там остаются. Но для маленьких детей нужно их перевести туда. Я на днях начал делать по своей инициативе песочницу. Так там такие проблемы создались. Люди забили себе места для гаражей. Из гаражей потом делают дома, перепродают эти дома. А нельзя в подъезд зайти. Кругом автомобили. По три гаража имеет, а автомобиль держит возле подъезда. Спасибо, извините, спасибо. Я на эмоциях. Спасибо, что вы СГРТ. Спасибо за ваши вопросы, за ваши предложения относительно открытия группы в составе Народного собрания Гагаузии. Пожалуйста, Александр, что есть сказать? Во-первых, спасибо телезрителю. Не представился, поэтому обезличенно обращусь. Спасибо за вопрос. Ну, значит, понятная ирония по первому вопросу, да. Ну, еще раз повторяюсь, депутаты Народного собрания – это самодостаточные, автономные лица, которых выбрал избиратель соответствующего округа. Никто не имеет права их обучать, никто не имеет права им какой-то ликбез читать. Но мне стыдно за то, что у нас происходит. В целом, я сейчас не говорю, что я там белый, кто-то темный. Я говорю в целом за наш орган, что у нас такое происходит. И в целом неплохим обладая потенциалом, потому что очень много людей, подготовленных с опытом, жизненной какой-то такой, жизненным отношением, да, к решению проблем. И вот жалко, что мы утопаем вот в этих нескольких конфликтных ситуациях и в целом теряем имидж представительного органа Гагаузии. А на самом деле это приводит к деградации самой гагаузской автономии и дисфункциональности. И вот это самое страшное, не то, что там кто-то из нас воспитан или менее воспитан. Вот это стыдно и обидно, что так происходит. Это первое. Второе, вот эта подотчетность депутата, да, а на самом деле люди, которые выбирают людей, ну, вы спрашиваете с тех, кого вы выбрали, потому что не получится так, что кто-то с другого округа, кто избран, будет учить того, кто представляет вас. Мы лицо того общества, которое нас выбирает. Поэтому нужно быть более активными вот в этом интерактивном взаимодействии с депутатами соответствующих округов. Теперь, что касается площадки, я понял, где она расположена, возле центральной дороги. Это, конечно, не вопрос депутатского округа, а месторасположение детской площадки. Это компетенция примарии. Единственное, что обещаю, что лично до примара доведу вашу просьбу и вот те опасения, которые вы высказываете, как родители или дедушка, наверное, да, потому что там действительно небольшое расстояние до трассы, и это опасно. Площадки, которые мы делали, в частности, в педколледже, они у нас огорожены, они у нас сделаны по всем стандартам, ну, потому что там внешние доноры, есть требования, и мы это обязательно выполняем.
Спасибо. И относительно предыдущей нашей темы, относительно бюджета, Александр, давайте я зачитаю статьи из уважения, простите, из закона о регламенте. Uh-huh. Все говорят о том, что нет народного, что нет отчета от Пашкана Гагаузии. Uh-huh. Статья 117 так и гласит, что Народное собрание до 31 марта заслушивает отчет главы Гагаузии об исполнении бюджета Гагаузии за предыдущий год. Текст отчета не позднее, чем за месяц до его рассмотрения на заседании Народного собрания рассылается депутатам. Да. Да. Спасибо, я продолжу эту мысль. И еще, статья 14, Александр, а функция председателя Народного собрания Гагаузии. Я такую некую параллель, может быть, неудачная, но все же. Не позднее, чем через полтора месяца после окончания бюджетного года представляет на рассмотрение Народного собрания письменный отчет о расходах Народного собрания за прошедший год. Да, спасибо, очень правильная параллель. Народное собрание нерегулярно представляет эти отчеты о расходовании собственного бюджета. Что касается того, что вы зачитали, глава Гагаузии, исполнение бюджета за 2022 год исполнительный комитет представил в адрес Народного собрания. Но почему он не заслушан до настоящего времени? Потому что глава Гагаузии не приходит его представить. То есть это приходит, как правило, начальник управления финансов. Но при всем уважении начальник управления финансов является одной из ключевых фигур, но все-таки подотчетных, да, главе Гагаузии. И депутаты Народного собрания хотят лично главу автономии задать вопросы, которые их беспокоят по бюджетному процессу. К сожалению, глава Гагаузии, ну, на моей практике, наверное, ни разу не, за 8 лет не представил отчет об исполнении бюджета лично. Поэтому у нас и не было вот такого хорошего взаимодействия. Ну и председатель НСГ тоже не представлял отчет. Да, я сказал о том, что Ради правды скажу, что нерегулярно, но такие отчеты были, но за предыдущий год не представлены. У нас есть еще один телефонный звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Это вы мне говорите? Да, мы вам говорим и хотим узнать, как зовут вас и откуда вы звоните. Меня зовут Василий Никизли из Кангашчика. Слушаем вас, Василий. Василий Георгиевич, пожалуйста, ваш вопрос или ваше предложение озвучивайте. Ну, у меня волнует только вопрос. Я вот каждый день еду на работу, работаю в Кирсове на винзаводе. И вот по трассе центральной, вот с Кангашчика до Камрата, очень много выбоин есть, которые неровности очень мешают езде. Из-за этого транспортные происшествия в ДТП было несколько. И вот вроде ремонтировали дорожники эти дороги, но вот это некоторые оставили. И вот эта дорога в очень плохом состоянии. И я предложил вот такой момент. Вот у нас есть инспекция дорожная, которая проверяет правила движения. Она могла бы тоже контролировать и заставить, чтобы вот эти нюансы устраняли, чтобы дорожники. Как вы на это смотрите? Спасибо, Василий, за вопрос. Да, спасибо. Насколько я помню, Василий Георгиевич, он был примаром коммуны Кангашчик. И, наверное, лучше меня знает компетенция, кто занимается дорожной инфраструктурой в городе. Безусловно, это компетенция примарии. Другое дело, что не хватает на все ресурсов, и, наверное, эти сложности есть. Но искренне не моя компетенция, чтобы я сейчас комментировал четко этот вопрос. Прошу вас, как коллегу, обратиться к своему коллеге-примару и объяснить эту ситуацию. Я хочу еще раз напомнить, что мы в прямом эфире, координаты указаны на экранах, вы можете позвонить, либо написать и задать свой вопрос, либо выразить свою точку зрения нашему гостю. А сегодня в студии Александр Тарнавский, вице-спикер Народного собрания Гагаузии, являющийся депутатом от избирательного округа номер 3 в городе Камрате. Еще одно учебное заведение размещается на территории вашего округа. Это колледж имени Михаила Чекира. Здесь обучают будущих воспитателей детских садов, музыкальных работников, специалистов в области туризма и так далее. Администрация колледжа также говорит, Александр, о сотрудничестве в положительном ключе и рассчитывает на дальнейшую совместную работу. Предлагаю вам послушать это мнение. Я
честно признаюсь, что для решения глобальных вопросов и инфраструктурных я всегда с Александром Григорьевичем советовалась, получала советы, получала поддержку, получала чисто энергетическое понимание того, что он конкретно занят нашими задачами и хочет помочь, подсказать, каким способом можно эти задачи решать. Это очень ценно, и я искренне благодарна Александру Григорьевичу. У нас были проекты через фонд энергоэффективности. Александр Григорьевич нам подсказывал, что опыта у нас вообще никакого не было. И как работать с проектами. Это был наш первый опыт с Александром Григорьевичем. Мы давно вместе переживаем о том, каков наш фасад. Он исторический, и из-за этого, участвуя в нескольких проектах, мы получали отказы только потому, что он имеет историческую ценность. И Александр Григорьевич с нами был в этих проектах тоже. И сейчас я очень надеюсь на то, что осуществится мечта наша общая с нашим депутатом. И в принципе проделана уже очень большая часть работы. Остается финальная часть — выбор участника ремонта. И я очень надеюсь, что этим летом мы все порадуемся, потому что наш фасад уже будет отреставрирован. А вот такие надежды, вот такие вот чаяния у администрации колледжа имени Чакира. Да, спасибо, Екатерина, за вопрос, за мнение. Мария Дмитриевна, директор колледжа, тоже спасибо за высказанную информацию. Значит, я вначале вам сказал, что буду говорить о невыполненных обещаниях, потом мне что-то в сторону увело, я забыл. Это следующий мой вопрос, кстати. На самом деле это то, с чем я шел, и у меня до настоящего времени еще не получилось помочь им с реставрацией фасада, потому что это, несмотря на то, что это государственное учреждение, то есть оно финансируется с государственного бюджета Республики Молдова, но оно и расположено в моем округе, и в то же время является одним из флагманов профессионального образования не только Гагаузии, потому что по рейтингу это 4-е учреждение в республике, более чем 40 учреждений. И вот такой фасад, центр города, и, конечно, это нехорошо, но есть... Но хочется сохранить это историческое. Есть хороший момент. Выигран в этом году проект от Всемирного банка на сумму около 7 миллионов леев на реконструкцию внутренних помещений, на создание условий для повышения качества образования. И тут просто низкий поклон Гусейнову Гурслайковичу, который и на английском, и на государственном, и подавали эту заявку в разных вариациях, и стали одним из победителей в Республике Молдова. И это огромная, самая крупная инвестиция в нашем городе в этом году. И в положительный момент, что наша заявка прошла в том числе благодаря тому, что мы обещали, что за счет контрибуции региональных властей будет отреставрирован фасад. И в части этого проекта около 1 миллиона леев выделяется из бюджета Гагаузии, из фонда возмещения контрибуций, и они будут направлены на реставрацию фасада. И вот Мать Дмитриевна сказала, что на финальном этапе, то есть уже выбирают подрядчика, который будет выполнять эти работы. Я надеюсь, во-первых, что это будут порядочные строители, и во-вторых, что до начала учебного года мы увидим отреставрированный красивый фасад колледжа имени Чакира. Они этого заслуживают. Хочу отметить, что на территории округа номер 3 расположена также и районная больница, и поликлиника, и дом творчества. Мы обращались в администрации этих учреждений. К сожалению, есть определенные причины для того, чтобы сегодня интервью с этими людьми не состоялось. У кого-то проблемы со здоровьем, кто-то не перезвонил, хотя мы ждали. Но, тем не менее, что вы можете сказать об этих учреждениях, Александр, вообще в целом, что не успели сделать за этот год, на который определенные наверняка расчеты были, но вот так сложились обстоятельства, что не успели сделать?
Спасибо за вопрос. Значит, ну, во-первых, Марья Александровна, директор Дома детского творчества, насколько я знаю, испытывает определенные сложности со здоровьем, поэтому пожелаем ей скорейшего выздоровления. Ну, вы знаете, этот турецкий проект крупный, который был реализован, моей большой роли в этом нет. Единственное, мы стояли у истоков того, что неиспользуемое здание пищеблока, да, было передано правительством для Гагаузии в собственность, и в принципе с этого проект и начался. То есть было разрушено старое здание и появилась площадка для того, чтобы Турецкая Республика смогла реализовать проект по строительству Дома детского творчества. Что касается поликлиники или центра здоровья, да, Камрад, ну, вы, наверное, тоже заметили, что это стало одним из самых красивых учреждений нашего города. Вот тут есть доля нашего участия. Мы написали грантовый проект и привлекли более 8 миллионов леев на утепление и внешнего фасада здания. Это, наверное, сегодня и комфортное, и красивое учреждение, что касается внешних, конечно, стен. И что касается районной больницы, которая имеет определенные отделения, расположенные в центре здоровья, оно не расположено в моем округе, но больница, она для всех нас является, ну, святым, да, местом, публичным местом. Поэтому мы с коллегами помогли администрации больницы выиграть, опять же, японский проект Кусаноне на приобретение специального оборудования по утилизации медицинских отходов стоимостью $90 000. Это второй крупный грантовый проект, реализованный в муниципе. Но сейчас мы с Ниной Лениновной Ролян, которая возглавляет больницу, она мой избиратель, в моем округе проживает. Мы сейчас на очень близком пути к финишу в том, чтобы американское правительство оказало помощь на термоизоляцию ковид-центра. Очень крупный проект стоимостью около $800 000 США. Если у нас получится, то ИДК, ну, бывшее здание ИДК, где располагался ковид-центр, оно станет тоже одним из самых красивых учреждений нашего города. У нас есть еще один вопрос, который поступил по телефону. Давайте выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Щеголева Татьяна. У меня к Александру Григорьевичу такой вопрос. Вот есть положение о наградах Гагаузии для деятелей в различных областях сельского хозяйства, и педагогики, и культуры. Уже много лет, так скажем, поощрение за почетное звание той или иной области остается, ну, на мизере. Уже так поднялись цены. И вот положение, в частности, для педагогов, чтобы стать заслуженным педагогом Гагаузии, заслуженным работником культуры Гагаузии, там надо выдержать очень серьезные критерии для того, чтобы претендовать на такую награду. Но оплата в месяц 50 лей, но оно как-то уже несовместимо с реалиями сегодняшнего времени. Вот у меня вопрос. Возможно ли как-то пересмотреть вот этот подход к наградам? Спасибо. Спасибо, Татьяна. Действительно, у нас много людей, имеющих звание заслуженный в той или иной области специалист, человек. А размер этих дотаций, или как сказать, не знаю, всего лишь 50 лей на протяжении уже многих лет. Спасибо. Вопрос. Ну, во-первых, это художественный руководитель Дюзовы, да, нашего известного ансамбля. Ансамбля. Спасибо за вопрос. Максимально открыто отвечу на него. Дело в том, что это положение не утверждено Народным собранием Гагаузии, оно утверждено Исполнительным комитетом Гагаузии и много лет уже не пересматривается. И действительно, размер этой выплаты носит, ну, такой формальный характер на самом деле. И у меня была законодательная инициатива о том, чтобы это было положение утверждено на уровне Народного собрания и с другими выплатами, и с учетом инфляционных изменений. Но, к сожалению, Исполнительный комитет дал отрицательное заключение на эту инициативу. А учитывая, если правительство Гагаузии дает отрицательное заключение на финансовую инициативу, у меня не было возможности ее продвигать. Поэтому я надеюсь, что новый исполнительный комитет придет и будет немножко другой подход к этому вопросу. К сожалению, Народное собрание никак не влияло на решение этого вопроса.
И заключительный вопрос о текущей ситуации в Народном собрании Гагаузии. Александр, депутаты-социалисты направили в Народное собрание запрос, в котором потребовали отчет о путевых листах всех депутатов. Авторы запроса считают, что президиум бесполезно тратит деньги на бессмысленные поездки. Вы в президиуме. Вот насколько аргументированным считаете поданный запрос ваших коллег? Спасибо за вопрос. Опять же, максимально открыто, да? На самом деле, вот вы коснулись того, что ежегодно председатель Народного собрания представляет отчет о финансовой деятельности именно Народного собрания как структурного подразделения. Вы знаете, там, где мало информации, там и много вопросов. То есть тут надо быть более открытыми. Эту информацию можно было давно подготовить, вплоть до того, что опубликовать. И когда ты создаешь какую-то завесу, неумышленно, конечно, тогда и много вопросов. И поэтому люди на этом популяризируют какую-то свою, да, свою политическую ситуацию. И я, например, поддерживаю то, что Народное собрание Гагаузии должно быть максимально открытым в части расходования финансовых средств. Поэтому я и был одним из авторов законодательной инициативы о дополнительных мерах по повышению прозрачности государственных закупок. Закон, с которым мы с вами сегодня начинали передачу, он уже опубликован, чтобы все контракты публиковались, чтобы люди знали, почем бензин покупают, почем карандаши покупают Народное собрание, Башкан Гагаузии, все структуры, которые финансируются за счет налогов жителей Гагаузии. Поэтому ничего тут страшного нет в этой информации, в том, что ее предоставить, опубликовать, и если будут какие-то вопросы, то на них отвечать. Чем больше это затягивается, тем больше вызывает каких-то... Ну вот действительно, что сложного в том, чтобы представить этот отчет о командировках депутатов, причем отчет может быть самый детальный? Тем более я хочу сказать, что Народное собрание Гагаузии вообще не грешит какими-то расходами на командировки. Например, по крайней мере, я знаю и по своим коллегам, и по себе лично, ни одной командировки у меня не было, чтобы хоть копейка выплачивалась из бюджета. То есть я не еду в командировки, где нет приглашения, и где нет, если принимающая страна не покрывает все расходы. То есть нам стесняться по большому счету нечего, просто их нужно опубликовать и быть более открытыми. И тогда меньше будет у оппозиции, у людей, у которых есть вопросы, почва для их... А теперь, Александр, какие возможные варианты дальнейшей работы законодательного органа на следующей неделе инаугурация Башкана Гагаузии? Да, спасибо за вопрос. Я вот вначале хотел один момент отметить. Несмотря на то, что меня не было на заседании Народного собрания, я прочитал, что были патентообладатели, которые возмущены той ситуацией, которая сложилась. И вот, если можно, я буквально две минуты отниму времени, чтобы пользоваться тем, разъясните, что у нас многие смотрят. Разъясните обязательно эту ситуацию, потому как закон действует и в государстве, да. И в... Если заметили, я был несколько раз и на ГРТ, и на других медиа, и очень просил, в соответствии с законом о статусе Гагаузии и в соответствии с другими множествами нормативных актов, управлением местным налогообложением Гагаузии занимается исполнительный комитет Гагаузии. Ни Народное собрание, ни депутаты Народного собрания не занимаются администрированием этого процесса. И очень жаль, что наши люди из-за того, что они не информированы, они приходят возмущенные задавать вопросы, но даже к тем, кто этим не занимается. И я не понимаю, почему глава Гагаузии, почему ответственные лица исполнительного комитета, кто курирует эту сферу, открыто не выйдут и не людям не объяснят, что вообще происходит с патентами в Гагаузии. В Республике Молдова есть национальный закон о патентах. С 1 июля там запрещены деятельность по патенту для розничной торговли. В АТО Гагаузии есть местный закон о патентах, который еще никем не отменен. Да, есть судебное разбирательство, но он действующий. В Гагаузии с 1 июля не прекращена розничная торговля на основании патента. То есть люди и дальше осуществляют свою деятельность по патенту при осуществлении розничной торговли. Но есть риски, потому что мы часть Республики Молдова. И наши патентообладатели на территории Гагаузии, да, у них нет сложностей с осуществлением предпринимательской деятельности, но они... Мы же не живем только в Гагаузии. Кто-то привозит товар с других стран, кто-то привозит товар с Кишинева, да, например, кто овощами занимается. Что с этими людьми будет? Есть ответы? Без ответов. Вопросы нет ответов. Почему не выйдет глава Гагаузии, не соберет людей в Доме культуры или
в Челуконешах, в Чадлунге, в Камрате. Ну, не лично глава ГАГУ, есть люди, кто эти курирует вопросы. И не разъяснят людям, что происходит. Люди напуганы, люди озлоблены, потому что кто-то дезинформирует, кто-то что-то сказал, кто-то недосказал, понимаете? И люди пришли возмущаться к депутатам Народного собрания. А что депутаты Народного собрания могут сделать в вопросе по патентам по использованию кассовых аппаратов? Депутаты приняли закон о том, что ГАГУЗИ, он функционирует, да? Нет ограничений по кассовому аппарату. Закон исполняет исполнительный комитет. Профессионально отвечает на вопросы исполнительный комитет. Так вот, вы объясните людям, что-то происходит не то, или на самом деле вы спокойно можете осуществлять свою деятельность дальше. Зачем впутывать депутатов, ругать между, да, сталкивать друг с другом? Соберите людей. Открытость, да? Вот с чего мы с вами начинали, Катерина. Власть должна быть открыта перед людьми. Не только концерты, не только красивые какие-то мероприятия, отчетные концерты там и так далее. Объясните людям, что происходит. Их 1500 патентообладателей. 1500 – это не один человек, да? Объясните, что происходит. А не сталкивайте людей друг с другом, а депутатов не разругивайте между собой. Поэтому огромная просьба. Я и тогда к ГРТ обращался. Пригласите, пожалуйста, исполнительный комитет, представители, пусть они открыто, в эфире объяснят людям, что происходит. А еще лучше соберите людей, да, и объясните им на самом деле. Примем во внимание ваше спасибо. Предложение. Спасибо, но я не ответил. У нас времени катастрофически не хватает, поэтому я попрошу вас очень коротко ответить. Александр, ответите. Инаугурация, она совсем скоро, 19 числа. Я не знаю, какое планируется мероприятие. Надеюсь, что не помпезное, не какое-то дорогостоящее, а скромное, техническое и так далее. Потому что очень много обещано, очень многие вещи анонсированы, чудесные в том числе вещи, по крайней мере, в моем миропонимании. Да? Поэтому важно эти вещи реализовывать, меньше вот этой красоты, мишуры. Я надеюсь, что к этому мероприятию не будут иметь отношение партия, которая запрещена в Республике Молдова, что ушли мы уже от этого этапа, и это будет глава ГАГУЗИ, а не глава политической партии, которая запрещена, а не один из руководителей, да, политической партии и продвиженец их повестки по противоборству с Кишиневым. Вот я на это очень надеюсь. Прозвучало практически как пожелание для всех тех, кто придет во власть. Ну, а пожелание очень коротко для наших зрителей, тех, кто был эти полтора часа вместе с нами, Александр. Во-первых, благодарю, потому что это был небольшой марафон, да, в том числе для вас. Спасибо, что вы на такой хорошей, позитивной ноте провели это мероприятие. Благодарю всех, кто следил за нашим с вами общением. Я хочу людям пожелать то, что я желаю своим близким. Мира, добра и здоровья. Ну что ж, да будет так в каждой семье и с каждым человеком. Огромное вам спасибо, что сегодня стали участником нашей программы и ответили на вопросы и наши, и наших зрителей. Большое спасибо и вам, дорогие слушатели, дорогие зрители ГРТ, за то, что провели эти 90 минут вместе с нами. Действительно, всем нам мира и всем добра. Всего доброго.